вечер всем. Я извиняюсь, что мы так rudely interrupted ваше пари, наше пари. Обычно мы делаем каждый Новый год, мы делаем шоу. В нем участвует очень много людей. Я хочу их заранее поблагодарить, потому что what's involved... Сейчас, одну секундочку. Раз. Вот так. Меня слышно? Прекрасно. What's involved? Очень много денег, очень много декораций, очень много усилий и всего того прочего. В этом году, так как мы гуляем до 3 часов всего, к сожалению, мы все решили сделать наше шоу до Нового года. Обычно мы делаем это после, но в этот раз мы решили чуть-чуть это изменить. Я надеюсь, вы не возражаете. Итак, мы попробуем начать. Господа, во-первых, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать в Новом году всего, чего вы сами себе желаете, потому что так, как вы сами себе пожелаете, я вам не пожелаю. И мы начинаем. Внес Китай в календарь весь домашний скот. Видишь, вот, Новый год лошади идет. Старый год был очень гадкий, как змея был ядовит. Принес кризис, все в упадке. Слава Богу, он отжит. Кризис, даже самый малый, пусть вам будет нипочем. Про него сегодня с Пашкой мы расскажем вам вдвоем. Часто бессмысленно это поспорить о том и об этом. Ну что же нам делать зимой? Может, поехать нам лучше в Майами, но все же езжайте вы сами. У нас Новый год другой. Вам сюда, где все пьется до самого донышка, чтобы мир на конспекте и радость не стал. Прилетим мы над маленьким лучшим над солнышком и развеем и грусть, и тоску, и печаль. Прилетим мы как маленький лучший, как солнышко, и развеем и грусть, и тоску, и печаль. Праздник встречается с вами снова. Лишь только бродвейское шоу, а если послушать вам Богу, то разницы небольшой. Вам сюда, где все пьется до самого донышка, чтобы мир многоцветней и радостней стал. Прилетим мы как маленький лучик от солнышка, и развеем и грусть, и тоску, и печаль. Прилетим мы как маленький лучик от солнышка, и развеем и грусть, и тоску, и печаль. Песню поет обязательно слава, ему подпоет вся орава, успех и море цветов.
На сцену, конечно, Вера на бис отыграет премьеру, по тексту не помня слов. Вон сюда, где все бьется до самого донышка, чтобы мир многоцветней и радостней стал. Прилетим мы, как маленький лучик от солнышка, и развеем и грусть, и тоску, и печаль. Прилетим мы, как маленький лучик от солнышка, и развеем и грусть, и тоску, и печаль. Все. Паш, а скажи мне, нас вообще коснулся финансовый кризис? Галочка, финансовый кризис только у тех, кого есть финансы. У кого финансов нет, тем всем просто пиздец. Правильно! А нам с тобой, Пашка, лишь бы было сообразить на Подожди, а где третий? Кризис, во всем кризис, даже у третьего нет. Ну, слушай, все о деньгах, о деньгах. А давай о чем-нибудь более возвышенном. О возвышенном, Паша? Ты, если хочешь с водки на коньяк перейти, так сразу бы и говорил возвышенном. Ялочка, да нет, я про культур, мультур, литератур. Например, вот поэзия. Поэзия, о-о-о. Знаю я одного поэта, рифмоплета. Прекрасно слагает, как по-русски, так и по-английски. Только у него, ты знаешь, сейчас с музой тоже кризис. Добрый вечер. Ова, вот типаж. Откуда вы будете такой? Ну как, откуда? С родины, родины поэзии русской. Дагестан. Хочу вам прочитать свои последние, самые новые стихи. Всем нравится. Я поэт известный, Еремей Пиздашкин. Я творю сегодня, что мне день вчерашний. All the controversy, poetry in crisis. Я сегодня главный. Я the real master. Утопив талант свой в декадентской пляске, нет совсем гигантов, лишь я один без маски. What happened to the verses? Rhyming not in fashion. Who's a poet now? I don't want to mention. С пьедестала вниз я смотрю уставший. Где вы, конкуренты? Кто из вас здесь старший? Все со мной согласны. I'm the main attraction. Smart, good-looking Вити. Еремей Пиздашкин. О чем бы ни писал я, дожде, луне, звезде, всегда в них мое имя. И знаете вы где? Да, ничего не ново, dear подруги наши. My verses in my name, in Еремей Пиздашки. Талант, талант не пропадешь. Но если это поэзия, надо выпить. Элка, что за водку ты принесла? У меня после двух рюмок почки отваливаются. Паша, какой ты, однако, нежный, чтобы не сказать больше. Ты вообще привыкай гулять без почек, потому что с сегодняшним кризисом в медицине тебя вряд ли кто-то когда-то вылечит. Поэт!
люблю, занимаюсь я. Ночами занимаюсь я. Для чего я на доктора пошла и занимаюсь я. Ничего, ничего, только тесты и уроки в жизни у меня. Никого, никого я не вижу, ни подруг не вижу, бойфренда. Почему, почему жизнь тяжелая такая у меня? Доча, я хотела, чтоб легко тебе жилось. Было много денег, что хотелось, то моглось. Ошибалась я, ошибалась я. Порешил Обама всю систему изменить. Больше в медицине уж нечего ловить. Ошибалась я, ужасно ошибалась я. Я смотрю, час по 40 пациентов проверяю я. Нифига, нифига, их иншурс не заплатит, понимаю я. Для чего, много лет ушло на то, что занималась я. Очень жаль, что в актрисы и певицы не пошла. В искусство, потому что в прекрасном никогда кризиса нет. Я тебя умоляю, в искусстве не просто кризис, а самый что ни на есть застой. Что ж ты хочешь, если сегодняшние художники опоздали родиться лет эдак на 150, сегодня ни Шишкиных, ни Репиных, увы, нет. Сегодня все должны создавать модерн, Паша. Это последний крик в искусстве. Ну, слушай, модерн я вообще не догоняю. Вот посмотри, пожалуйста, хотя бы на этого модерниста. Ну, полный кризис. Тушь, маэстро. Нагнетаем ситуацию. Поехали. Почему так жесток арт? И куда нам уже идти? В наше время не холст пустой и не резанный
не нужны. Может, все-таки что-то взять и приделать к чему-нибудь и назвать это твоя мать или просто большая грудь. Может, все-таки что-то взять и приделать к чему-нибудь и назвать это твоя мать или просто большая грудь. Если взять, например, яйцо и поставить его в квадрат, вот концепт уже налицо и довольно замысловат. Если мало, то взять еще, и у вас уже два яйца. Лишь осталось добавить член и скульптура вот молодца. Если мало, то взять еще, и у вас уже два яйца. Лишь осталось добавить член и скульптура вот молодца. Важно, что ты творишь, и не важно, что сделал ты. Важно, с кем ты сегодня спишь, и тусовки тебе важны. Важно быть всегда на виду, и прическа еще важна. Можно стать знаменитым вдруг и ложить на все свысока. Важно быть всегда на виду, и прическа еще важна. Можно стать знаменитым вдруг и ложить на все свысока. Эвичи, вау, ну аплодисменты маленькие.